Всем привет, с вами Музей роботов-трансформеров, и сегодня у нас на обзоре модель трансформера Армада Мегатрон из серии Combine Wars Лидер Класс 2015 года. Вот такой вот интересный персонаж. Модель выполнена в серии Combine Wars, но за основу была взята образ персонажа из связанного с сериалом Трансформеры Армада. Идет он в комплекте с таким вот интересным оружием. Оно может разъединяться и быть двумя разными. Можно объединить и брать в руки, например, либо присоединять к предплечью. Куда угодно. Также у него есть такая вот пушка, всем известная, как у Мегатрона, но здесь она идет с таким снарядом. Надо быть аккуратным, чтобы снаряд не попал ни в глаз, ни куда-либо еще. Так, теперь, что касается подвижности. Голова у него может вращаться. Она достаточно жестко вращается, но может. Смотреть вверх, чуть-чуть вниз. Руки могут поворачиваться, они достаточно своеобразно реализованы, то есть даже вот такой вот плечевой сустав. Далее рука в локте тоже может поворачиваться, и кисть может тоже вращаться. Полностью не показываю, она достаточно жесткая, нет желания сломать модель. Так, что же касается ног. Ноги у него могут поворачиваться вперед немножко, ограничена вот этой частью, она жесткая. Назад достаточно сильно. Что касается колена. Колено тоже есть, но не на 90 градусов или более, а чуть менее. Так, что касается ступни. Ступня может вот так делать. Это связано с трансформацией этого элемента. Но не более. Хотя чуть-чуть еще может вот так вот гулять. Так, и трансформация. Это достаточно красивый трансформер, интересный. Лично мне он нравится. Для этого мы поворачиваем его дуло вот таким образом. Далее вот эту часть задвигаем на руку. С этой стороны также. Следующее. Идеально будет повернуть голову вот так, открыть вот эту крышку и выставить вот таким образом. Следующая часть. Ноги мы немножко раздвигаем в стороны, открываем вот трусы под штанники, они уходят сюда. Сдвигаем, и здесь вот в принципе можно соединить. Здесь два коннектора. Соединяем их аккуратно друг с другом. Что такое с тобой? О, все, встало. Да, можно вот там реализован механизм, позволяющий ему поворачивать. Далее. Вот эта часть выходит сюда. Это поворачивается сюда. Эта часть также выходит сюда. Эта часть поворачивается сюда. Теперь можно поставить на место. Здесь реализовано это вот таким образом. Можно штаны соединить с корпусом танка. Выставляем его передние, объединяем и далее вот здесь фиксируем ноги. И все получается на своем месте. Все. Все щелкнуло, все на своих местах. И выдвигаем до танка. И следующее. Разъединяем и, например,
выставляем эти элементы поверх башни. И у нас получается вот такой шикарный танк. Если мне изменяет восприятие, то это похоже на американский танк Абрамс. Эта штучка не поднимается, но зато башня может вращаться на 360 градусов. Это прикольно. Давайте рассмотрим. Здесь кабина управления. Активная бронезащита. Активная бронезащита. Вот эти листы от кумулятивных снарядов. Также вот эту часть можно, например, использовать немножко по-другому. Сейчас мы ее откроем и поставим вот сюда. Ее можно использовать и закрыть зад кабины, ну вот башни танка. Так что, как вам больше нравится, либо так, либо опускаем сюда и соединяем вот здесь. И тот, и другой вариант достаточно интересно смотрится. В принципе, этот элемент для закрытия интересен тем, что прячет кисти и рук. Но, в принципе, они и так не сильно бросаются в глаза, поэтому то, как ты это сделаешь, лично от твоих вкусов зависит. Вот такой вот. Даже не знаю, с какой стороны вам еще показать. Лично мне нравится, как это реализовано. Очень красиво, эстетично. Плюс, что удивительно, один из немногих, у кого гусеницы танка реализованы. Они вращаются, они сделаны из силикона, и они могут по каткам ездить. Что касается движения по прямой, ну, достаточно туго, конечно, идет. Все-таки силикон, но идет. Так что те, кто заморочился с этой реализацией, молодцы. Так, ну давайте трансформируем теперь обратно в образ трансформера Мегатрона, армада Мегатрона. Вообще интересно, когда старые образы реализуют в новых сериях моделей. Так, здесь вот стороны, чтобы потом вот эту штуку можно было поставить на место. Также вот этот элемент можно скрыть вот таким образом. На базе этого молда было выполнено два Мегатрона. Один вот в зеленых цветах, второй второй был серый Мегатрон. Прячем орудие, оно очень компактно уходит внутрь. Можно, кстати, так оставить. Поворачиваем эту часть сюда. Вот можно заметить механизм вращения башни. То есть, когда руки соединены вместе, то вот этот механизм может вращаться на 360 градусов. Вот такой вот Мегатрон. Как говорится, с треками за спиной, какой вариант вам больше нравится?
так вы можете их и выставлять в режиме трансформации, если есть у вас именно такой трансформер. Но в таком формате он чуть, например, более имеет подвижность, поскольку никакие элементы за спиной уже не мешают ему для действий его рук. Хорошо, на этом можно завершать обзор. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки, приезжайте в музей, станьте спонсором нашего музея, вы нам очень нужны. Либо подарите трансформеры фонд музея. Мы их сохраним, мы выставим их в выставочный зал и сможем рассказать и показать всем посетителям о тех или иных моделях, выпускавшихся ранее. Всем до скорых встреч!